видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». И тема данного видео – «Как отстирать какао с одежды». Вот у меня есть майка, на которой присутствует пятно какао. То есть оно уже подсохшее. Мне нужно его отстирать. Включаем воду, замачиваем в теплой воде это пятно, эту кофту. Вода должна быть теплая. Я в данном случае беру обычное хозяйственное мыло и начинаю затирать кофту там, где было пятно. Намыливаем. И начинаем затирать. После чего можно оставить вещь на несколько минут замыленную в раковине, в тазике, в ванной, смотря какого она размера. После того, как она полежала, начинаем ее споласкивать. Споласкивать нужно в теплой или холодной воде. У меня пятно отстиралось, все чисто, осталось только повесить сушить. Если же ваше пятно не отстиралось, вы можете проделать процедуру еще раз. Замочить по новой, натереть мылом, прополоскать, отжать и сушить. Все права на видео принадлежат каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.